Героиню следующего сюжета тысячи жителей республики могут назвать дамой своего сердца. В прямом смысле слова. Речь о главном кардиологе и заслуженном враче республики Татьяне Мизуровой. Теперь ее заслуги признали и на федеральном уровне. Не менее 20 лет стажа, высокий профессионализм и личные заслуги в медицине. Только те, кто соответствует всем этим критериям, становятся заслуженными врачами России. В июне этого года людей с таким званием в Чувашии стало больше. По указу Владимира Путина заслуженным врачом Российской Федерации стала главный кардиолог нашей республики Татьяна Мизурова. Занимается делами сердечными она с 1986 года. И уже 9 лет держит руку на пульсе Чувашии. Еще в 2005 году Татьяна Николаевна возглавила республиканский кардиодиспансер. В этом году у нас день рождения, кардиологическому диспансеру исполняется 30 лет. И до момента организации кардиологического диспансера в республике существовали раздельные, разрозненные кардиологические отделения, которые работали, лечили кардиологических больных и лечили достаточно современно для того времени, для того уровня. Но с момента организации кардиологического диспансера эта система, которая существовала все-таки в виде отдельных кардиологических кабинетов, в виде отдельных кардиологических отделений, система организовалась и замкнулась в виде появления головного учреждения. В кардиологии постановка верного диагноза и своевременная помощь – вопрос жизни и смерти. Этому в Чувашии уделяют особое внимание. Сегодня в республике четко создана система маршрутизации кардиологического больного. Это очень важно, потому что врач первичного звена должен понимать, куда его больной, сложный больной в диагностическом плане, сложный в лечебном плане, должен куда быть направлен для того, чтобы больной не застрял на первом этапе. Вот такая четкая маршрутизация позволила достичь неплохих результатов на сегодняшний день. И если мы говорим о наш конечный результат – это смертность, то смертность по Чувашской республике все-таки значительно ниже, чем смертность по России в целом. Чтобы получить самую современную и высокотехнологичную кардиологическую помощь, жителям Чувашии больше не нужно выезжать за пределы республики. Скорее наоборот, в наш диспансер приезжают из других регионов. Причем не только больные, но и врачи. Служба сердечно-сосудистой хирургии в кардиологическом диспансере представлена всеми направлениями. То есть мы сегодня проводим оперативное лечение при ишемической болезни сердца, при врожденных, приобретенных пороках сердца, при сложных нарушениях ритма сердца и проводимости. В этом году в наше лечебное учреждение приехали еще сердечно-сосудистые хирурги и других регионов России, которые пожелали остаться в Чувашской республике и работать. Что ж, отличные специалисты, новое здание, современное оборудование и признание государства. Наверное, единственное, чего еще желают себе кардиологи Чувашии, это поменьше работы. То есть, чтобы все жители республики были здоровы. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. Изменение погоды.